Ну, не видно. Маленькие какие-то. Не пойму, почему. Ой, такая милашка. Всем привет, Ули. Кто не спит в 11:30-то? После гули. Кто гулял вчера, признавайтесь. Кто гулял, ставьте плюсик. Кто спал, ставьте минусик. Я тоже ставлю себе минусик, потому что я спала. Но так как я на ночь наелась селедки с картошкой, мне снился плохой сон. Мне всегда снятся страшные сны, когда я поем на ночь. И мне приснилось, что меня пытались изнасиловать. Какой ужас, Господи. Меня и так домогались недавно. Так и вот, пожалуйста, еще раз. Во сне только теперь. Ну вот. А самое что ужасное, что я прочитала в соннике, что это, возможно, окажется правдой. Но я надеюсь, что это все виновата селедка с картошкой. Вот, ну, мы спали-спали и на завтрак опоздали. Вот, плюсики я вижу. Минусики тоже, но молодцы, кто гулял, и молодцы, кто отдыхал, высыпался, все это нужно. А вот. Боже, этот вопрос просто самый задаваемый. Дом 2 по сценарию. Ребятки, 99%, что вы видите, это правда. Так вот, мы пришли на завтрак, мы опоздали. Но, конечно же, нас не прогнали. Нас усадили, мы ждем нашу еду. Вам понравилось вчера играть? Угадай, что я себе заказала. Давайте еще раз сыграем. Вот. Разыграю еще 100 рублей. 100 рублей одно блюдо, кто угадает, и 100 рублей второе, кто угадает, потому что я заказала два блюда на завтрак. В общем, начинаем гадать, и я буду следить за вашими ответами. Привет, Крым. Поправилась я не только на лицо, я поправилась на все. Но, как бы, я уже худею. Но мои, то, что я заказала утром, я от этого не похудею. Но у меня выходные, отдых. Поэтому можно. Яичница нет, рассольник нет, омлет нет. Каша, правильно, но какая каша? Какая каша, нужно угадать. Чай с лимоном нет. Так. Пожалуйста, спасибо, фреш. Да, спасибо. Бульон нет, красавица, спасибо. Окрошка нет. Рисовая каша нет. У меня какой-то этот кулинарный блог, у меня всегда отгадывают в прямом эфире, что же я ем. А, там сахар. И откуда ты, девушка, это знает? Итак, сейчас я посмотрю, кто же первый написал. Алина Калинка 228. Алина Калинка 228, сделаю скрин. Первая отгадала. Я заказала овсянку. Да, я овсянникова. Я заказала себе овсяную кашу. Итак, кто же угадает, что еще я заказала? А вот. Ну, во-первых, это латте. Латте я не имела в виду. Я еще кое-что вкусное-вкусное заказала и уже не диетическое. Хотя каша тоже не диетическая, она достаточно калорийная. Не содержится калорий, поэтому от нее будет энергия. Вот. Ну, может, кто-то писал, я вот, кому повезло, я того увидела и того объявила победителем. Но я посмотрела внимательно и увидела, что первая написала именно эта девушка. Итак, дальше. Мороженое, пирожное, нет. Тирамису нет. Так вот, представляете, я пришла начало 12-го и говорю, а кальян есть? А мне говорят, ну, мы сейчас позвоним кальянчику, и если он придет, то, конечно, да. Вау, у нас есть еще один победитель. Аидана, блинчики, которая написала. Аидан, делаю скрин. Напишите мне в директ, так будет даже быстрее. Еще 100 рублей в вашем кармане. Точнее, 100 рублей в кармане одной девушки и 100 рублей в кармане другой. Вот. Ну вот, Аидана написала первая. Так вот, звонились к кальянчику, и он сказал, что он будет через 10-15 минут. Представляете, как придет на работу, чтобы, как там Алла говорили, госпоже Марго,
сделать колено. Вместе с ее правой рукой. Вместе с ее правой рукой. Для ее правой руки. В общем, до президента мне пока еще рановато. А вот. Сало люблю. Ребятки, про конкурс я вам рассказываю сейчас. Это организовывал Вова Гаути. Мы до него, от него пытались добиться. Запиши какое-то видео объяснительное, что произошло, что это вообще было. Мы сами не поняли. Я у него уточняла, точно будут призы. Точно ли мы их разыграем. Чтобы не было потом, что кто-то останется без подарков. Но в итоге там блогеры, с которыми мы проводили этот конкурс, они недобросовестно отнеслись, не выставили там посты, да. Они все ушли, получилось мало блогеров. То есть, в общем, не оправдал себя этот гиф, но его организовала не я. К сожалению, я участвовала там, приняла участие. Вам пообещала, но я уже говорила об этом, что, к сожалению, он обещал до последнего, что он его перенесет. В итоге он его не перенес, а просто куда-то все отменились, потому что уже никто не хотел участвовать, уже не понимали, то ли это разводняк, даже мы не понимали. Вот, и я решила, чтобы уже, ну, никого не обнадеживать, еще раз там не говорить, что я вот сейчас разыграю призы какие-то. Поэтому, ребят, этот конкурс, к сожалению, ушел, прошел, но не закончился, и, в общем, надо, к сожалению, про него забыть. Но это первый-последний раз, больше я в таком не буду участвовать. Вот. А сорока не любит тебя. Ничего себе. Сейчас расплачусь. Он любит тебя, Нисколечко. Нет, песня для сороки — это уж слишком. Отцу привет и уважуха. Про него, про сороку у меня скоро выйдет новый хит, ребята. Это будет вау-хит. Просто ему повезло, что у него есть такая бывшая девушка. Кстати, про Артема Сороку в последнее время очень часто упоминают в СМИ. Правда, пишут, что он немножко... Ладно, не буду говорить вслух. Но, тем не менее, правда, один раз перепутали, подумали, что он Антон Сорока. Но я ни при чем. Он столько уже на телевизоре, и, видите, никак не запомнит, что он Артем, а не Антон. Поэтому... Не боишься ответки от Бородиной. Потому что я в этой жизни ничего не боюсь, а тем более ответки от Бородиной. Она уже про меня все самое плохое, что можно было, сказала. Какая база? Я сейчас сижу в Одесской. Ой, в Одесской, боже. Оговорочка вышла. В Московской области, в Юдино парк. Папа молодец, спасибо. Да, ему привет. Я думаю, он может... смотреть прямой эфир. Привет, Луганск. Сорока столько на проекте, не может найти любовь. Я тоже, видите, столько на проекте была и не нашла любовь. Он не сорока, он дура ходячая. Ребят, ну что вы так обижаете? Парни. Мужчина уже лысина на голове. Я на проект не собираюсь. Легкого поведения я не была на Доме 2. Я вообще никогда не была легкого поведения. Он дятел, а не сорока. Ребят, что вы такие добрые? С Саймоном не общаемся. Сколько тебе лет? Мне 23 года. Шоки, поддерживаю связь. Ты чё ржёшь? Сам написал какую-то херню. Тебе Саймон написал? Другой. А-а-а. Скажи ему, что я ему писала, он мне не ответил. Это другой. Ну, я про того и говорю. Хумус. Нет, невкусная штука, вообще не люблю. Следующая фан-встреча, не знаю, ребят, не планировала. Сорока так ужасно поет.
Нет, эскорт — это не легкое поведение. Не хочу убирать собачку. А я с утра какая-то немножко не супер. Парня нет. Ты написала? Нет. Если что, я вместо Саши могу приехать. Ладно, ребятки. Я жду овсянку с моими блинчиками, с моим кальянчиком. Прекрасного солнечного дня. Спасибо большое вам тоже. Петь не буду, тут люди. Тут мы вообще сидим, как картинная галерея. Посмотрите, какая красота. Ой, обещает выйти солнышко. И, ой, по-моему, оно уже где-то чуть-чуть за тучками выходит. И мы пойдем купаться в басик с подогревом. Это просто кайф. Мы вчера плавали в этом басике. Горячая вода. Просто супер. В общем, все, я вам шлю воздушный поцелуйчик и желаю хорошего дня.